У нас в крае разработана программа по газификации. К какому году все-таки перейдут на газ все красноярские ТЭЦ? Есть ли какие-то прогнозы, планы уже точные по этому вопросу? Сложному вопросу для нас. Сложный вопрос, потому что на сегодняшний день Красноярский край газифицирован только на севере, если говорить о трубопроводном транспорте. А что касается южных регионов, это в основном сжиженный углеводородный газ. И вот по моим данным, газификация с сжиженным углеводородным газом составляет 16% от общего уровня в крае. Здесь в первую очередь нужно самим красноярцам определиться относительно того, какой способ энергообеспечения должен быть в крае. Потому что край богат, как вы знаете, угольными ресурсами. Здесь известны Транскачинский топливно-энергетический комплекс, КТЭК, так называемый, это очень дешевое сырье и дешевое производство. Есть современные технологии производства энергии из угля, самые экологичные, технологичные, высокотемпературные. Вот. Что касается газа, газ, большие залежи есть на территории Ильинки, вот примерно там. Магистрального газопровода в настоящее время здесь в Красноярском крае нет, но в целом в перспективе «Газпром» рассматривает возможность того, чтобы соединить западноевропейскую единую газотранспортную систему с восточной системой, которая начинается в Иркутской области, вот, села Сибири и так далее. Потому что в рамках вот, генеральной схемы, которая сейчас должна откорректирована, генеральная схема размещения объектов, газоснабжения. Вот. Такие сроки будут определены, и это найдет отражение. То есть это десятки лет или это несколько лет, хотя бы какие-то планы? Ну, мы сможем точно сказать, когда генсхема будет откорректирована.